Вітаю! В ефірі студія «Репортер». Мене звати Тетяна Костецька. Сьогодні до нашої студії завітала голова фракції Української морської партії Сергія Ківалова в Одеській міській раді Світлана Осауленко. Вітаю, Світлана. Добрий день. Дистанційна освіта школярів «За і проти» – тема нашої сьогоднішньої програми. Ми говоримо сьогодні про освіту. Почати хотілося б з невід'ємлемої частини будь-якого освітнього процесу – спорту. На 8-й станції Фонтану відбулось відкриття реконструйованого спорткомплексу МГУ. Наскільки це важлива подія для нашого міста? На самом деле я хочу поздравить всех нас и всех одесситов с открытием одного из спортивных комплексов. Знаете, оценить либо переоценить важность спорта невозможно. И в наше время, когда мы понимаем все, вот только сегодня, мне кажется, мы начали осознавать важность здоровья, иммунитета, физической подготовки, когда просто весь мир повально, да, косит коронавирус, ну, сейчас уже по-другому смотришь на, не знаю, тезис «Мир во всем мире» со сцен конкурсов красоты и тезис о том, что действительно наше здоровье и физическое здоровье ребенка с малых лет – это безумно важно, жизнеопределяюще, я бы сказала. То, что открылся отреконструированный, да, многие могут сказать о том, что там был этот спортивный комплекс, на самом деле полностью с нуля сделали реконструкцию, там осталось только покрытие. Спортивный комплекс бесплатный для жителей всего города. Он находится в Приморском районе. Но все, кто, я не знаю, в Малиновском, Суворовском, Киевском районе, у кого есть желание тренироваться, заниматься на спортивном комплексе, мы всех рады видеть. Я еще раз подчеркиваю, что это командная работа Украинской морской партии Сергея Кивалова, фракции, лидера, безусловно, и вдохновителя всех начинаний и строительств, которое ведет Сергей Кивалов. А класична шкільна освіта через карантин опинилась під загрозою в деяких областях України. Чи маєте ви сумніви з приводу якості онлайн-освіти? На самом деле тема более чем актуальна, потому что она актуальна для каждого родителя, для страны в целом, потому что меньше чем один месяц остался до того момента, когда, дай бог, школы распахнут свои двери и 1 сентября начнется в стандартном режиме. Как мы знаем, правительство разделило нашу страну на зоны в зависимости от эпидемиологической ситуации. Это полноценное образование, когда детки ходят в школу на целый учебный день, зоны, где будет, ну, повышенная заражаемость, это смешанное обучение, и там, где будет полностью онлайн-образование. Я хочу подчеркнуть, что на самом деле каким образованием будет с 1 сентября, зависит от каждого из нас. Вот это просто не преувеличение, потому что мы видим сегодня опять рост заболевших коронавирусом. Это в первую очередь зона нашей ответственности. Мы можем как можно долго пинать на сферу здравоохранения, на правительство, на центральную власть, но наши личные меры безопасности – это самое главное. Конечно же, онлайн-образование не подходит никому. Оно не подходит учителям, которые не готовы, потому что это в основном, я не знаю, женщины там 40+, которые не были готовы к онлайн-образованию. В первую очередь не был готов наш родитель, да, вот я как там мама дочки, которая там закончила 3-й класс, я была к этому не готова. А что говорить вообще о начальной школе? Это хорошо, если у тебя ребенок там минимум 3-й, 4-й класс, 5-й, и ты можешь его одного оставить дома. А если мы говорим о первокласснике, о второкласснике, ведь родитель не может оставить ребенка дома, он не может сам покушать, сделать уроки, включиться там, где нужно, в онлайн-образование и тому подобное. Это невозможно. Поэтому, ну, совмещать родителям там работу и какой-то онлайн для ребенка – это очень-очень сложно. И, ну, безусловно, о каком реальном воспитании, выявлении каких-то талантов мы можем говорить онлайн. Но это невозможно, это просто невозможно. Поэтому и родители какое-то время назад вышли под стены Одесского городского совета для того, чтобы город и городская власть слышала позицию родителей, потому что, ну, это важно. Важно в первую очередь быть в коммуникации, чтобы власть слышала, да, то, что говорят люди, для того, чтобы адаптировать любую ситуацию. Вы просто вдумайтесь, буквально на этой неделе генеральный секретарь ООН сказал о том, что
более 1 миллиарда учеников по всему миру, школьников, пострадали из-за ситуации, которая сложилась с онлайн-образованием, с коронавирусом, недополучили нужного образования. Эту тему можно развивать очень долго. И качество образования, и невозможность заниматься с репетиторами для уже выпускников, которые поступали, которым необходимо было сдавать ЗНО в этом году. Поэтому, безусловно, я за классическую школу на 100%, никакого онлайн-образования. Но я еще раз подчеркиваю, что когда выбираешь между жизнью, да, и там качеством образования, либо качество чего угодно, ну, в любом случае выбирают жизнь, а будем ли мы стоять на пороге этого выбора, зависит от нас с вами. Поэтому я хочу призвать всех одесситов и сказать где-то на своем опыте ситуацию, которая коснулась мою семью. Коронавирус, к сожалению, существует. Он вырубает тебя на 2-3 недели из жизни, в зависимости от той и больше, в зависимости от как бы, там, формы болезни. Поэтому просто вот меры безопасности – это самое первое. Так, це дуже важливо, дякую. Ми всі пам'ятаємо, як деякі вчителі регулярно помилялись на онлайн-уроках. Наскільки адаптувались школярі до дистанційного навчання? Школьники как раз нормально адаптировались. Я смотрю, там у меня дочка говорит с подружкой, я там выключаю камеру, отворачиваю, делаю вид не попадаться на глаза и тому подобное. Ну, школьникам, ну давайте так, большинству школьников это понравилось. Сидеть дома, никуда не ходить, ничего не делать. Как я говорю, ковыряться в носу, включила, не включила этот онлайн. Но мы ведь понимаем, да, что ну, мы, как родители, выбираем то, что лучше для наших детей. А ну, сидеть дома и с утра до вечера смотреть в планшеты и в телефоны. А что говорить? Вот вы говорите о школьниках, о теме многодетных. Мне, так как тема онлайн-образования я делала и публикацию, блог на Думской, и мне написало очень много многодетных. Если хорошо, если у тебя один ребенок, хорошо, если двое, у тебя есть нормальное там, материальное положение, сейчас под словом нормальное материальное положение, знаете, оно такое размытое, что уже не понимаешь, оно у тебя нормальное или нет, с ценами, ситуация в целом в стране. А когда деток 8, 6, 10 детей в семье, ну, многодетная семья. Ну, давайте так, даже очень зажиточная многодетная семья, ну, наверняка не покупает 10 планшетов. Если там младшие детки, не у каждого есть iPhone. А что говорить о среднестатистической многодетной семье, когда онлайн-уроки идут в одно и то же время, а планшет, хорошо, если он есть вообще, а если он и есть, то он один. На 8 детей, которые должны онлайн учиться в одно и то же время. Поэтому ну, в любом случае наше правительство, если да, оно должно продумывать на 2 шага вперед. Многодетные семьи, они должны, у нас ведь Конституция декларирует и гарантирует равные возможности к образованию, равные возможности. А когда включается имущественный ценз, когда включаются деньги, мы понимаем, что да, там, богатые могут получить это образование более качественное, у людей, у которых нет возможностей, просто у них закрывается доступ к этому образованию. Поэтому я убеждена, что у правительства это должна быть тема номер один в тех регионах, в которых мы уже сегодня прогнозируем, это Западная Украина, мы уже видим, что рост заболеваемости очень сильный, допустим, там на Западе, в каких-то регионах дети будут учиться онлайн, должна быть какая-то правительственная программа, где будет закуплены из государственного бюджета какие-то средства, чтобы ребенок это онлайн все-таки сумел получить. На жаль, ми бачимо, що наша область за якістю здачі ЗНО далеко не на перших ролях. Які пропозиції Української морської партії щодо поліпшення якості шкільної освіти? Сложный вопрос. На самом деле, я думаю, что я не буду останавливаться и агитировать, потому что, я думаю, одесситы понимают, да, как бы те учебные заведения, которые есть и работают, которыми руководит Сергей Кивалов, ну, могу сказать два слова, что сегодня, да, дай бог, в этом году мы откроем, во всяком случае, мы делаем все, что возможно, и как бы мы гордимся проектом. Это строительство школы с нуля, строительство школы без копейки бюджетных денег каких-либо. Это все привлеченные деньги, привлеченные лидером партии. Поэтому сегодня мы делаем все для того,
того, чтобы процесс образования был на, ну, на самом высшем уровне. Ну, знаете, что нужно для того, чтобы было качественное образование? Банально деньги. Банально деньги. Потому что учитель, да, за мизерную заработную плату вкладывать душу в наших детей, ну, не будет. Ну, не будет. Вот как тяжело там, ты мама, и ты понимаешь, что тебе надо там, ты собственному ребенку не можешь там полноценно уделить время и тому подобное. А когда в классе 30, а когда у тебя копейки зарплата, о каком качестве образования может идти речь? Поэтому я говорю и не перестаю говорить о том, что чем больше сил, денег и средств мы будем вкладывать сегодня в нашу молодежь и в наших детей, тем меньше завтра сил и денег мы потратим на борьбу с организованной преступностью, негативными явлениями. На самом деле фундамент – это образование. Ну, вот образование – это главное. Мы хотим изменить общество, мы хотим, чтобы детки росли патриотически там настроены. Это все закладывает образование. Поэтому ну, образование должно стать главным, во главу угла вообще государственной и городской политики. И по-другому, и могу сказать о том, что так как вы спросили с точки зрения Украинской морской партии, так как мы в преддверии выборов, я могу сказать, что качество образования и достойные зарплаты учителям – это одна из приоритетных задач и направлений Украинской морской партии, с которой мы идем на выборы. Учителя должны получать ну, 100% надбавку к тем зарплатам, которые они получают сегодня. И только тогда у нас, мы начнем делать первые шаги к качеству образования наших детей. Дуже дякую вам за ваші відповіді. Дякую, що ви прийшли. З вами була Тетяна Костецька. Спасибо. До побачення.